Всем привет, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и уже по традиции я вместе с Зайцем Бо слежу, что там происходит на черном рынке. Ну и, конечно же, рассказываю о свежих новостях вам. Сейчас мы с вами ждем вечерний лот, и есть инфа, что должно быть что-то любопытное. Утренний лот, кстати, не всем понравился. Моя ставка зашла, я напоминаю, что я ставил 510 голды. И минималка, по-моему, была 355, то есть раскупили все лоты и немножечко задрали, но не сильно. В принципе, я считаю, что за эти деньги вполне себе нормальный был лот, и не жалею о потраченных средствах. Пишите в комментариях, кстати, купили ли вы или нет, или не получилось. Потому что многие поставили минималку, и она не прошла. Такое бывает. Ну, осталось буквально несколько десятков секунд до нового лота. И вот прям интересно, что-то восьмого уровня, дорогие друзья, должно быть, я в этом уверен. Вот что-то должно быть крутое. Но, скорее всего, голдовый лот будет. Хотя, блин, с утра был тоже голдовый. Сложно что-то прогнозировать, но я уже готов. Сразу сделаю себе пост в телегу. Вот, чтобы пацаны знали, что там да как, и успели купить, если что. Опа! ВЗ-111 Кюлин у нас, дорогие друзья. Причем за серебро. 15 миллионов. Делаю сразу же скриншот. Ну, я не делаю не скриншот, а делаю фотку, так просто быстрее, на самом деле, чем скрин. И себе выкладываю в телегу. Кстати, обязательно вступайте в мой канал в Телеграме. Ссылка, если что, в описании. Там всегда, как вы видите, новости появляются мгновенно. Извините, что приходится отвлекаться, но что поделать. Ну, я вам так скажу. Конечно, танк уникальный. Да, прикольно, что он за серебро. Но 15 лямов, это, конечно, чисто с точки зрения ТТХ, этот танк не стоит, мне кажется. Хотя, черт его знает, с другой стороны. 10 уровень, это же не прем, это акционный именно танк, да. Ну, не знаю, ребят, честно. То, что за серебро, круто. В принципе, были лоты и дороже за серебро. Насколько я помню. Я считаю, что за... Ну, я не сразу почему-то понял, что это десятка, почему-то показалось на секунду, что восьмерка. Не, за десятку, в принципе, акционная десятка 15 миллионов. Ну, если вспомнить, та же бабаха, она, по-моему, дороже стоила. То есть, так что, учитывая, что этого танка вообще в игре еще не было, ну, вот именно в таком виде, да, тут вроде как должна быть уникальная анимация при выстреле. Ну, честно вам скажу, мне дизайн не нравится этого танка, он довольно убого смотрится. Вот, но, тем не менее, все равно уникальный танк. За серебро, поэтому думаю, ну, я вообще как бы не хочу, знаете, прикапываться к серебряным лотам. И так в том году все было практически за голду. Нынче все-таки, как вы видите, лотов за серебро больше. И даже те, что за голду, ну, скажем так, не сильно дорогие. Поэтому пока черный рынок идет лучше, чем в том году. И, в принципе, данный лот, я считаю, что, ну, своих... Не то чтобы стоит своих денег, но он неплохой, короче. Кому надо, у кого есть сера, а не нужная... Кто хочет уникальный танк с рогами, кстати, вот, несмотря на то, что дизайн выглядит довольно ублюдски, рога на танки доставляют, конечно, что тут сказать, вот, я бы хотел себе на все танки рога, на самом деле, вот, пишите в комментариях, обязательно очень интересно будет, да, что-то туплю, это же аукцион, бля, почему я сразу не заметил, что это аукцион, потому что, ребята, базовый ценник очень высокий, поэтому я сразу и не заметил, что это аукцион, бля. Башка, извините, под вечер не соображает. Вот, ну, если аукцион, то 15 лямов. Не, ну, у меня нет денег, даже если бы были, я бы не стал ставить. Ну, что-то, блядь, ребят, все, надо, короче, я не знаю, надо спать больше, мне кажется, или как-то отдыхать. На самом деле, я думаю, что тогда минимальная ставка будет где-то в районе, ну, мне кажется, 20-ка это минимум. 20 тысяч штук, уникальный танк за серу разберут стопудово. Я думаю, что где-то 20-ка минимум лямов, а может быть даже и больше. Вот, но я не буду, ребята, сложно спрогнозировать такие лоты, очень сложно. Вот, поэтому посмотрим, что-то как будет любопытно с утра узнать, на самом деле, какая была минимальная ставка. Извините, ребят, я сразу не просек, что это аукцион, что-то как-то реально башка уже не варит, глаза не видят уже, тяжело как-то. В общем, ладно, увидимся завтра утром, не буду затягивать видос, спасибо вам всем за внимание, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в мой телеграм-канал, все ссылочки в описании, всем до скорого, дорогие друзья, и всем пока.